Всем привет, с вами Иванок, и у вас на экранах Goat Simulator. Игрушка в некотором роде нашумевшая, вы ее, думаю, что многие уже видели, но не грех еще раз поиграть на нашем канале в нее. Тем более, что я вот лично вот только сейчас с ней знакомлюсь, и вот только сейчас будем играть в первый раз, я так сказать. Чисто попробовал в плане оптимизации, в плане того, будет ли она нормально у меня на компьютере с теми или иными настройками идти. И, в общем-то, вот это видео у нас будет пилотное. Я сомневаюсь, что я буду много роликов делать по этой игре, но познакомиться стоит. Ну и хочу также добавить, пока не начали, что я знаю, что для нее вот-вот вышел новый DLC, Payday, но я, честно говоря, пока что не хочу в нее играть, я хочу вообще разобраться, стоит ли она в принципе моего внимания. Тем более, что вот сейчас появилась скидка, и вот как раз на этой вотче я ее и прикупил. Ну и давайте посмотрим, что тут нам можно выбрать, что у нас тут есть. У нас тут есть три карты. Готвилля, Goat City Bay, Goat Emo Simulator. Я знаю, что третья это достаточно необычная вещь. Ну, естественно, стебная, как и вся игра. Давайте, наверное, мы выберем ее. И у нас тут есть какие-то мутаторы, честно говоря, не знаю особо, что это такое. Ну, всякие, наверное, дополнения, всякие фишечки, свистелки и перделки, а может быть вообще просто стеб. Ну, допустим, тут можно бомбы какие-то делать, джекпаки и прочее. Так, ну и глянем на строчки, освежим память. Я в них смотрел, но, конечно, тут все сразу сложно запомнить. Хоть и немного кнопок, то есть лизнуть кнопка Е. Один это ба, это, наверное, как не мычать, а мекать, бекать. Так, дальше Ragdoll, Slow Motion и Special Use R. Ну ладно, давайте, наверное, симулятор выберем без мутаторов. Force Slot. Так, понятно, Play. Давайте нажмем. Собственно, у нас тут есть подсказочки. Ragdoll Q, Leak, L. Так, ну, естественно, это экранчик нам говорит о том, что якобы это MMO. Я уж, конечно, думаю, что не особо удивлю знатоков данной игры, сказав, что на самом деле это, конечно же, все фейк. На самом деле тут одиночный совершенно режим, просто как бы замаскированный под ММО. Так, какие у нас тут классы есть? Есть у нас просто обычная коза, или козел, кому как привычней, без каких-то специальных умений. Есть у нас тут микроволновка бегающая. Так... Микроволновки самые злобные создания в этом мире. И они являются чистым хаотическим злом. И, в общем, приносят в этот мир разрушение, все такое в этом духе. Так, ну понятно, есть у нас также Манкен, Мак, ну, опять же, в плане стёба, в принципе, если кто не понял, если кто совершенно случайно по каким-то причинам сам с этим проектом, с этой игрой не был знаком, то скажу, что Goat Simulator это вообще стёб чистой воды, это чисто трэш, угар и садомист, так говорить, языком паука небезызвестного. И вот, допустим, магов здесь вот так обыграли, что, мол, это вот такие маги, это волшебники и фокусники. А, соответственно, Хантер, вот мы видим, Хантер, охотник, соответственно, охотник это у нас такой товарищ с удочкой. Ну, правда, наверное, все-таки правильно было бы какое-то ружье нарисовать. Ну, или такой охотник-рыболов, вот. Роджер, соответственно, просто Роджер. Вор, то есть у нас такой с седлом товарищ. Непонятно зачем. Ну, такой, причем седлом с шипами наверху. То есть, не будем комментировать, ладно. И там, соответственно, совсем-совсем весь товарищ шипастый, весь такой... в кровавых подтеках на них. Ну, то есть, в общем-то, опять же, тоже понятно, что здесь обыгрывают, что во многих ММО танки, они вот такие все в таких броньках, непонятно, где-то всякие шипы торчат во все стороны. Так, ну, а давайте танка что выберем? Будем чажиться во всех подряд. Так, у нас тут есть, соответственно, склад кокос. Лагающий как будто игрок. Непонятно, что имелось в виду под складом кос, конечно, что здесь имелось в виду. И убивали их, еще что-то. Так, этот тоже куда-то завис. Вот мы его сшибли. Так, ну-ка, товарищ, давай-ка мы тебя... О! Типа... Отлагал, что ли?
Так, и тебя тоже. И тебя для разнообразия. Так, посмотрим, что тут есть. Есть, есть у нас вот такой прыжок, который сразу же тут сбил проходящего мимо солдата. Еще у нас срезался тут товарищ, который, видимо, решил куда-то побежать неожиданно. Так, R. R, это, соответственно, charge. Charge, понятно. Так, S плюс. S плюс что означает? Ну, это понятно. Charge я сейчас нажал. E. А, лизай как было, лизай так и есть. Так, единственное, что я не пойму, что означает S плюс. Так. Q, надо разобраться, конечно, что это такое за S+, и как его использовать. Так, вкус, соответственно, это мы сами становимся непонятным каким-то существом, которое начинает кататься. Можно встать. Так, а что я там еще видел? F, да? Slow motion. Вот такой, да. Ладно, давайте посмотрим, что нам предлагают. А, ты должен быть герой. Мирисю, который должен спасти мир, там что-то там. Какие-то там демоны, бестии и прочее, в общем, нам мешают, все такое. Еще у меня есть какой-то там семейный артефакт. Говорит, она, конечно, быстро не успеет читать, очень важно. Так. Давай, давай, да, договаривай. Конечно, в принципе, можем особо тебя не ждать, но ладно, уж взяли квест, что. Можно тебя за это пнуть. А это просто прям испугался, споткнулся так и нас так приомнил. Так, ну как, конечно, выглядит они очень забавно, особенно когда они бегут, потом падают, потом опять встают. Так, bring great какую-то соду, так. В общем, ну да, это такая вообще очень забавная игрушка, как мы, интересно, врезаемся и башкой наш козел вертит. Ага, вот она, кстати, сода. Так, инвентарь. Так, ну допустим. Так, а тебя как взять? Так. Ну, левой кнопкой бить. Ага, понятно, так. Ага, еще надо было мне, конечно, пункт свитчера отключить, моя любимая вещица. Так, куда-то я соду совсем не туда, по-моему, запулил, куда надо. Надо было греть и запулить, а я вообще куда-то отнес. Ну, в общем, на самом деле, тут... Понятное дело, что переживать по этому поводу не особо не стоит. Что мы там что-то, какой-то квест не выполнили. Тут вообще суть в том, что получать развлечения. А уже там квесты и прочее, это уже потом. Так. Фил Ванг. Кто такой Фил Ванг? Бам-бам. Нас тут предупреждает кто-то о чем-то. Потому что тут какой-то ужасный монстр должен быть в этом лабиринте. Значит, я немножко запутался. Иди нафиг, мальчик. Так, ну что я тут собрал, только не понял. И что мне тут делать? Так, по-моему, этого товарища мы уже видели. Что-то, по-моему, сейчас заблужусь я только в этом лабиринте. Надо, по-моему, вот так, наверное, сделать. Поближе, то что в этом в узких туннелях он, конечно, ведет себя очень странно. Так. По-моему, я заплутал. Если говорить откровенно, потому что я, честно, вообще даже не пойму, куда тут, что. Можно, в принципе, наверное, куда-нибудь назад двигать. Назад тоже надо путь найти. Единственное, что тут можно, по-моему, напрямую их пробегать какие-то. По крайней мере, часть у меня просто напрямую пробегались только что. Давайте прямо просто будем бежать. Не останавливаясь. Куда-нибудь да выйдем, наверное. Вон тут такая фишка и заложена, что тут просто тупо прямо можно бежать. Правда, если что, тут все тут меня напрягает, что тут как козел один и тот же мне встречается постоянно по пути. Ну, вроде как мы куда-то приближаемся. Наверное. Да, зря я сюда пошел, надо хоть было выбраться и просто побегать по миру, хоть пободать. Вот в кустах мы сейчас занимаемся откровенной порнографией.
Причем такое ощущение, что меня куда-то телепортят. Вообще, кстати говоря. А, я понял, почему я тут одного и того же козла вижу. Потому что меня почему-то телепортят. Я сразу это не понял. Я думал, что я бежал напрямую. Я не бежал. Мы можем респаун нажать. Ой, все, никаких проблем. Не будем мы по этому лабиринту ходить, на самом деле. Так, Старкиллер. Ну, типовые, на самом деле, ники для ММО. Так, где у нас там чардж? Да, вот это. Что-то вроде того. Так. Давай, у тебя так. Раз. Отлично. Да, тут можно очень хорошо так развлекаться. Вот именно... Чем больше разрушений, тем больше фана, тем лучше. Кстати, тут с шифтом еще можно ускоряться. А вот тут сколько квестов. Хорошо мы пролетели, да? Hello, mighty hero. Что это из-за Apple? Еще надо сделать. А я хочу вот так сделать. И все. Яблочки все разбросали. О, голем. Привет, голем. Так, я хотел уничтожиться, на самом деле. А, это голем, это Харвест голем. Но он красным отображен, а красный это противник. С другой стороны, мы тут, в общем-то, всех можем уничтожать. Хотя нет, вот эти, по-моему, они от нас урона не получают. Они просто разлетают смешно. Как, например, сейчас вот эта женщина улетела куда-то вообще в непонятном направлении. В общем, у нас тут квест какие-то получаются. Bring the Pebbles. Пусти Форкс, здрасте. А это уже и без моего участия вы разлетали, разломались. Так, я единственное, что, конечно, до сих пор не понял, как собирать предметы и можно ли это делать. Вполне возможно, что станется, что на самом деле в этой игре и не предусмотрены такие вещи. Как? Так, а допустим, если я Е нажму. А, во. Понятно. Тут можно яблоки себе в инвентарь слизывать. Вот оно что. Вроде как, нет? Это тут какой-то опыт получать, что-то еще. А, вот оно как, да? То есть, все, я понял. То есть, надо слизывать вот таким хитрым способом. Так. Так, одно мы получили. Так, мы его зацепили, что ли? Понятно, ну ладно. Че? Два... Давайте уж ради прикола даже этот квест попробуем выполнить. Если что, мы языком еще в процессе самого вытягиваем. Так, что-то мы там его спасли, что-то получили. И в награду получили, угадайте что? Правильно, яблоко. А ты сводишь со мной, пожалуй. Да, мужик? Интересно, тебя можно так вот сделать? Сначала слезать, а потом пнуть. Язык не оторвем. О, весел, весел он так. Так, ладно. Что у нас там? Apple. Так, классно. Прямо о том, как раз о чем я мечтал. Ох, тут заборчик можно таранить. Я, конечно, этому голему не очень везет с нами. Мы постоянно мешаемся. Так, кто там? Там еще один голем. Понятно. Так. О, как тут можно прыгать. Ну-ка, а ты нам что скажешь? Уборка урожая или что? А, вот как раз этих големов нам и предлагают убить, типа, мол, они чем мешают, что ли, тебя? Давай! Големов мы хорошо уничтожаем, это мы любим. О, какая тут баллиста. Я хочу ее сломать. Вот как я пролетел. Ну, чтобы убить голем, на самом деле, тут особо не нужно обладать никаким умом. Потому что, в общем-то, он разлетается от маленького тычка. Так, мне тут сразу начали в тиме писать, как только начал писать. Мало того, что... О, о, запустите меня. Прилетели. Тристрам. Тристрам нам известен по Диабло, по-моему, игре. Что у нас тут с картой? Карта у нас есть тут вообще? Так, конечно, то, что у меня это все дело... Так, встань. Пунта Свитчер так отзывается, не дело. Вы знаете... Опа, эй, ты что это делаешь такого тут? А я вот такой умею, ребята.
Так. На тебя. Получи. Типа это конкурирующий клан или что? Что он меня сразу атаковать начал? Ох, погром тут мы тут чинили. Я вообще ничего не понимаю, что творится. Но, по-моему, мы убили. Что он об этом говорит? Так. Или... А, вот он тут остался. Завален под вещами. Ну-ка. Ну, жизни тут у нас нет, понятно. Как бы, если есть, то условное. Так. Так. Дайте мне отсюда выбраться. Что тут случилось? Тикетс. Билеты. Билеты что, на сожжение? Понятно. Когда сразу сдалась. Вот там еще один козел. В буквальном смысле. Вот какой-то Дамблдор в игре. Дамблдор, привет. Ты нам квест дашь, да, сейчас? Пронеси ему демон Ор. Интересно, а почему они реально меня атакуют? О, сейчас. Иди сюда. Так, кого-то мы там в воду сбросили. На, иди отсюда. Так, хорошо, мы так подели сейчас. Вот летают они вообще зачетно. Так, ладно. Что мы там должны сделать? Демона какого-то... А где? Где портал? Где это? Вообще, чем мы тут должны заниматься? Привет. Так. Да, попискивает мой пункта свитчер, уж простите. Конечно, его, в принципе, можно отключить. Наверное, попробуем сейчас это сейчас и сделать. Да, вот, отключили. Надеюсь, сейчас это нам не помешает дальше играть. И на видео сильно не отразится. Конечно, да, все-таки раздражает. У меня, я, наверное, в почти каждом видео, по крайней мере, в одной игре, хоть раз ругаюсь на пункт свитчер, мол, вот, я забыл выключить, мол, многие могут спросить, зачем тебе вообще нужен, если он тебе постоянно так мешается. На самом деле, программка полезная, реально, я с ней уже привык, работать без нее даже как-то неудобно. Так, катапульт нас куда запустят? Назад? Куда-то? Вот неудобно тут, не пойму, то ли карты нету, то ли... А, вот есть карта, вот тут такая, да? Так, это нас назад куда запустят. На самом деле, вот, видите, тут не особо-то большие... как сказать, локации, не локации. Ну да, локация не особо большая, такая небольшая для стебная. Куда-то что-то там отправится. О, кто это у нас? Так, здрасте. Спасти девушку от медведя, я так понимаю. Бир. Бир это дяди. Какие-то переодетые в костюмы медведей. У нас есть волшебный навык массового поражения. А там кто? Капас. Ух, ё-моё, имена, что ли? Это еще один клан враждующих козлов. Враждебных, враждующих. Кстати, тут спаун есть быстрый. Так, что нам сделать-то? 10 биров убить. Мы убили их. 10 биров как раз. Давай, мужик, давай нам какую-нибудь награду. Вот, даже мы какую-то ачивку получили. Так, ладно. Так, отлично. Кстати, можно вот так перемещаться. О, год. Какой-то там город, называющийся. Ну, естественно, по-козлиному, не без этого. Так, тут что нам надо сделать? Изенгард. Old citizen. Because of security. Так, та-та-та. Ты не можешь взять инвентарь с собой. И нафиг. И ты иди нафиг. Че, кто еще мне что может сказать, что я не могу сделать? Так, год. Так, Готвин. Готвин какой-то. Ладно, давайте сначала посмотрим, что тут нам за квест дает веселый такой. О, я что-то там
Короче, что-то там случилось. И поэтому... Во, это может слезнуть. Разломав попутно тележку. На, ты вот это ищешь? Ой, нет. Ну, в общем, мы, видимо, мы должны были помочь, а в итоге мы доломали просто ее тележку. И... Тут есть, кстати, что-то полезное. Кстати, можно... Ой, ой. Что я сейчас сделал? Мне сказали, нажмите один, чтобы в инвентарь положить предмет. А он вместо этого прыгнул. То есть он, видимо, одновременно и прыгнул. То есть он вот таким образом в инвентарь свой помещает. Я не знаю, честно говоря, зачем нам бэк этот нужен. Тем более, что мы его использовать никак не можем. Ладно, давайте попробуем в город отправимся. Посмотрим, что там такого интересного. Тревел. Тревел, да, я хочу тревел сделать. Не знаю, куда там отправят и отправят ли вообще. О, отправила, да, смотрите-ка. В город переместил. То есть, на самом деле, карта тут все-таки побольше, чем мы предполагали заранее. Если что, как все-таки мне интересно открывать карту по-человечески, а не через эскейп. Тут всякие обитают, соответственно, другие козлы, козы, люди. Люди и козы. Прям интересно, на самом деле, проработка мира игрового. Так, что ты нам скажешь? Плиз, помоги мне. Ой, 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 я хотел ему помочь. Вместо этого я куда-то улетел. Так. Мужик, сюда, пожалуйста. Не стоит благодарности. Так, вообще, что я с ним сделал? Куда он там улетел? Куда-то сюда, по-моему. Куда-то вообще в неведомые дали. То ли под мост, то ли еще куда-то. Ну, в общем, мы ему помогли. Наверное. Может, не помогли. Давайте, ладно, спустимся, посмотрим, что тут. Ой. Че, в воду прыгать нельзя, да? Или что? Так, забавно мы кувыркаемся. Так, ладно, я понял, респаун. Для этого есть волшебная кнопочка, которая спасает нас от всех бед. Что тут еще в городе есть, кроме того, что мы можем тут покрушить? Вон, кстати, хлебушек слизни. Так, отлично. Еще скоро мы возьмем один бесполезный уровень, который, по-моему, реально толку от которого нет. Так, визард. Так. Я рад видеть того, кто что-то к чему-то готов для финального теста. Так. Для того, чтобы показать наш интеллект. Мы готовы стать магом. Так, одно задание осталось. Так. Так, и что нам дают? Так что нам говорят-то? И 10 чипс, Эндрик, 10 содос. Отличное задание, мужик. Вот так вот. Вообще, это Боров, да? Сдается мне, что вот этот Боров, просто этот Боров с шляпой на голове. Никакой не маг. Так, ну давайте, ладно, что тут? Что-то надо. Ну это явно не чипсы. Давайте яблочко в инвентарь сохраним. Хотя на самом деле... Так, что тут у нас? Водяра какая-то продается. Тут вот... Привет, мужик. Ну, пойдем со мной. А, ну или ты идешь со мной. Да, хотел ее раскрутить, не получилось. Так, что тут у нас еще интересного есть? Живи. Пока. А, о, это, кстати, дворец короля. А, типичная такая музыка должна тут быть. Чего? Захаль. Чего? С чем столкнись? Так, ой. Да, ребята, вы издеваетесь, что ли? Так, где этот паук мерзкий? Мы его затараним тупо. Причем мы еще берем, получаем опыт тупо за то, что пинаем мертвого паука. Обратите внимание. Ура! Мы победили. Чего? Не нафиг. И тут не только ножки его торчат. Так. Так, и что там? Мы теперь великий козел, что творит в духе. Так. Знаешь что, мужик? Давай-ка трон уступи старшим. Во! Смотрится, по-моему, идеально. Наш козел достиг, так сказать,
Еще только он какой-то плешивый, не пойму. Так. Ну я да, вот это даже вообще комментировать не буду. Че надо? А? Идите все в жопу. Так, а что нам за задание дали? Победить старого козла в старых козлиных горах. Отличное, по-моему, задание. Эпичное. Сюда мы пройти можем. Тут закрыто, понятно. Так, здрасте. Покрушим тут мебель. Ну так, не особо на самом деле. Замок у вас, товарищ король, устроено. Я бы даже сказал, ничего такого прям, что заслуживает удивления. Так, что это у нас тут за... Филипп Джонс. Смотри, мужик, я тоже так умею. Нет, как вот так делать. Ха-ха-ха. Че, можем... О, как? Вы че, мы можем обратить внимание? Поместить в инвентарь человека. Как вам, а? А вам, как вам задание, а? Так, это эпичная игра, согласен. Так, тут у нас что? О, банк. Оп, как. Такой мощный банк, что даже мы тут ничего сломать не можем. Прямо это. Ну, кроме стула с мужиком. О, как. Пустите меня, я же все равно пробьюсь. Там он пойло опять какое-то. Да, как тут все с разрушаемостью не очень. Здрасте. Я застрял, извините, в вашем столе. Как он, интересно, сгибает шею. Это вообще, конечно, весело наблюдать. О, как, еще и застряли. Так, ладно. Тут мы все разглядели, на самом деле, в этом городе. По-моему, тут, собственно, наблюдать больше особо и нечего. Так, о, кстати, чипсы, ну... Я не думаю, что мы сейчас будем выполнять этот дурацкий квест. Тем более, что мы их взять даже не можем. Наверное, выберемся назад, посмотрим, что тут еще такого веселого есть. Тревел, давайте, давайте. Так. Да, кстати, на самом деле, тут еще вон туда можно сходить, так, чисто ради прикола побегать. Кстати, мы же, наверное, займемся так в ускоренном таком режиме передвижения. До-до. Додо полетел. Так, отлично. Так, где мы отказались? Что тут? Вон, давайте, можно туда скататься. Так. Дор Ассасин. Если что, я даже не вижу. Почему-то у меня тут даже карта не открывается. Я почему-то не... А, вот, все, открылось. Что тут за место? Приземлились. Так. Санблокер. Так, про что тут про эльфов заговорили? Альвеста. Я, честно говоря, не вижу на карте, что тут за Альвеста такая. Ничего тут такое подписано. Но это уже, по-моему, из World of Warcraft позаимствовано, такие стили локаций. Так, что тут? А, ну понятно, эльфы. Эльфийский хор. Предлагаете мне их всех полезать? Вообще это мерзость. Фу, ну, допустим, ладно. Всех залезали, да? А вот мы, допустим, вот эту Эмили поместим себе в инвентарь. Эльф Стрит Бойс мы получили какое-то там задание. Так. Что-то там... Так, встань назад. Monster Rider. Ну, мы должны кого-то спасти. Кого мы должны спасти, скажи мне, пожалуйста. На всякий случай. Так. Добоминейшн. Отличное задание. Так. Там кто-то сам падал. Ребята, по-моему, с вами что-то явно не так. Что-то говорит о том, что вас немножечко так это поштырило. Ну, в общем-то, эльфы, все понятно, там какие-то волшебные травки, грибочки, еще что-нибудь в этом духе. И, в общем-то, мозг полностью отключается. Ну, на самом деле, в крайнем случае, всегда можно, не знаю, может, они тут какие-то листочки курят, еще что-то в этом духе.
Так, ладно, давайте еще вон туда сгоняем, посмотрим, что там такого интересного. Вообще, на самом деле, конечно, игра забавная. Абсолютная песочница. Надо еще, конечно, будет поиграть в эту версию не ММО, а просто обычную. Год-симулятор, там сейчас два города, как вы помните, оставалось. Посмотреть, что тут такого интересного. Что-то у нас тут за башня волшебная. Ребята, вы мне надоели. Так, а башня, я знаю даже, что можно с этой башни сделать. Сейчас только, как только выберемся на поверхность. Я, по-моему, застрял. Эту башню, мне кажется, можно эпично да что ж такое-то? Что ж он тут запрыгнуть-то не может? А тут ты зайдешь, блин, какой-то он коряво. Так, короче, вот так, сейчас берем разгон. И чардж. Да, да, да. Именно так. Так, а тут что такого интересного? Тут какая-то волшебная статуэтка, которую даже мы подобрали, не прибегая к необходимости это слизывать. Так, так. Вот так. Волшебная эпичная башня. Давайте еще парочку камушков выберем. Выбьем. Так. Конечно, кирпички тут здоровики, да? И опыт, обратите внимание, получается реально за то, что тупо мы что-то просто кого-то тараним. Так. Давайте. А если просто... Ой, если просто будем бить, то нас, наш козел, по-моему, немножечко отхватывает от камня. Хотя нет, в принципе, и так нормально. Все, разломали. Крушили мы это строение. Так. Нам, по-моему, вот сюда. Да, какая-то пустыня, что-то в этом духе. Мне, конечно, нравится, как он летает. Ага, вот. Пляж. Даже успел прочитать, что тут за пляж. Но тут можно нам... Мермаид. Ну, это тоже от World of Warcraft взято. Там этим... А, нет, Мермаид это не из World of Warcraft. Хотя, нет, частично из World of Warcraft, там такая раса мурлоков была. А тут это не мурлоки, а получеловек, полурыба. Причем, ну, совершенно в стройнейшем варианте исполнения. То есть, обычно мы как привыкли, что Мермаид это как русалка, которая человеческое тело и рыбий хвост. А тут у нас рыбье тело, даже нет, не рыбье, да, полностью рыба почти, только с ножками. Приделанными снизу. Так, а этих... на них даже квеста нет. Я их так тупо мочу. Ладно, до свидания. Так, что-то еще интересное есть. А это вообще одни поселения этих мирмаидов. Привет, да. Ты выглядишь очень сильным. Так. А я сам не воин. Все в этом духе, все такое. Так, что ты нам еще скажешь? Ты можешь меня сопроводить в таверну? Конечно. Я даже знаю, как это делается. Так, стоп. Вот, вот так. Мы тебя куда-нибудь доставим, если получится. Что это за кратер? Грейт. С каким-то волшебной ерундовиной. Но он не ломается, так что, в принципе, особо мне наплевать, что там что-то было, если важно. Old Gold Pass. Но нам, по-моему, в другое место направляли нас. Что помню, там маунтин какой-то старого коза нам убить. А, вот, Old God Mountain. Ну, давайте туда сходим, что, сбегаем. Посмотрим на местного типа босса. Вот, какие эпичные пошли места. Да, какие-то страшные огры. О, лошадка. Лошадка. У тебя что, пропеллер, что ли, в попе? Так, сейчас мы тебе план перехват. Так, так, так. Ой-ой-ой, попка-то подгорает, так. Так, а ее что, нельзя сбить, что ли? Не бывает в нашем мире невозможного. Так, а может и бывает, ну ладно. Там какой-то телепорт. Мы еще туда вернемся, да, хочу посмотреть. Что это вот это такое? Так. Это какая-то прикольная вещь. О, демон, как его хорошо тут забили, так. Так, какой-то там деструкшн, еще что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то меня тут хорошо подгорело. Ладно, давайте посмотрим, что там за вход был.
Тем более, что, в общем, тут, по-моему, больше нечего смотреть. Да, вот тут, где лошадка бегала, по-моему, как раз был вход в какое-то подземелье. Да? Нас так хорошо закинуло. Мы тут сразу начали все крушить под... И чё? Ну вот. Типа я прошел? Или не прошел? А, тут еще надо вот так хитро. Ну ладно, давайте попробуем респаун нажать. Ой, ой. Как он весело меня респаунил. Ясно. Короче, ладно. На самом деле... Так, я вообще не то хотел слезать. Ох, мы сдали зато этот квест. Прикольно, еще тут какой-то кред появился. И мы его тоже возьмем в инвентарь свой. Ну что, ладно, мы уже там возвращаться не будем. Может, вам, конечно, что-то интересно было, там, на прохождении, все в этом духе. Но, честно говоря, меня сейчас это уже не так, не настолько интересует. Кстати, лабиринтик там не такой уж и большой, по-моему. Ты чё, или чё? Или большой? Это мне кажется. Я хочу вот... О, как. В общем, ладно. На самом деле, игрушка очень забавная, веселая. Есть тут что посмотреть, есть где поражать, посмеяться. Жалко, конечно, что мультиплеера нет полноценного. Ну, с другой стороны, в общем-то, тут вся, если был бы мультиплеер, конечно, тоже было бы забавно. Но это прям не так уж критично. И я думаю, что, может быть, со временем даже что-то еще и сделают в этом плане, в этом духе, чтобы можно было как следует поиграть. Так, крейт. А так вообще мне понравилось, конечно, забавно так повеселиться. Конечно, долго тут особо не поиграешь, как бы это надоест, запаришься. Просто вот это все совершенно беда, совершенно постоянное какое-то все разрушение, непонятный интерфейс, непонятные задачи. Ну, то есть, задача-то понятна. Веселись, ломай, круши. Придумываю всякие невероятные вещи. Вот, допустим, взломай там стенки. Вот этого персонажа нельзя взломать. Нельзя, жалко. Игрушка прикольная, нужно будет в нее еще познакомиться. Что-то еще такого есть. Может быть, так и Payday куплю. Ну, а с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал. И всем удачи.